Может ли бизнес стать источником пассивного дохода? Да, может. И я хочу рассказать вам, как построить бизнес как источник пассивного дохода и предложить вам такую возможность, не упустите ее, вы сможете тоже построить бизнес как источник пассивного дохода для себя. При этом ничего не надо особенно вкладывать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, смотрите, что такое бизнес? Бизнес – это когда вы даете людям какую-то ценность, и люди дают вам взамен этой ценности деньги, то есть благодарность. Вот в общей сложности, что такое бизнес. Ценность, которую вы можете давать, это может быть какой-то товар, или услуга, или какой-то, так сказать, информация. Это может быть разные вещи. Они могут быть как материальные, так и нематериальные. Но главное, что вы даете людям ценность, которая позволяет людям получить ее и какую-то пользу людям. Очень важно. При этом люди получат то, что хотели. И они вас отблагодарят. Вот, в принципе, основа любого бизнеса. Например, вы идете в магазин, покупаете хлеб, вы получаете ценность. То есть вы получаете, во-первых, хлеб, а во-вторых, вы получаете его рядом с домом, потому что функция магазина – это доставить вам товар ближе к дому. То есть максимально удобно сделать так, чтобы вы его приобрели. И вы за это платите магазину торговую наценку. Не так ли? Когда вы производите услугу, то люди вас благодарят за ту услугу, которая им необходима. И есть целый ряд нематериальных активов. Например, певец, и вы спели какую-то песню. И люди хотят ее слушать, и они платят деньги вам за то, что за это удовольствие. То есть мы с вами покупаем часто музыку, часто песни какие-то. И мы можем с вами написать книгу, например, и продавать ее. Или, например, заключить договор с издательством, издательство печатает, и вам платят авторские отчисления. Вот в общей сложности схема бизнеса, которая есть. И вы скажете, а мы-то здесь при чем? Смотрите. Я построил такую систему, и последнее время я активно очень строю такую систему, которая будет работать абсолютно независимо от меня или во многом независимо, и как это делается. Смотрите, мы берем и доставляем людям ценность даем им, люди ее получают и платят нам с вами вознаграждение, понимаете? И можно сделать так, что это сделать в автоматическом режиме. Каким образом? Я тут немножечко, туманно говорю. Почему? Потому что буквально завтра я намерен провести вебинар на эту тему. Вебинар на тему бизнеса. На тему, как создать источники пассивного дохода. И таких вебинаров будет несколько. Они будут живые, открытые, а может быть и не совсем живые. Это уже будет зависеть от того, когда вы смотрите данное видео и где. И самое главное, на этом вебинаре я отвечу, постараюсь ответить, по крайней мере, на все вопросы о том, как создать источники пассивного дохода. Вы знаете, что мой канал посвящен созданию источников пассивного дохода, и одни из самых главных, скажем, источников пассивного дохода – это просто накопить денег и на брокерском счете и получать за счет этого пассивный доход. И я это делаю сам, показываю людям, и вдруг я выяснил, что вот эта информация, она сама по себе стала источником
ну, это ценная информация, которую я обладаю, и ну, наступает какой-то возраст, когда уже надо делиться этой информацией, потому что ну, я получаю, да, мне хорошо, я получаю пассивный доход, но смотрите, я строю систему, которая будет работать совершенно в автоматическом режиме. И ну, я не хочу работать при этом. Вот в чем дело. Что такое пассивный доход? Пассивный доход – это тот доход, который идет к нам независимо от того, работаем мы или нет. То есть нам не надо напрягаться для этого, нам не надо ну, каждый день какие-то усилия прилагать. Причем, если мы, например, на работу ходим, и для того, чтобы получать деньги, мы должны постоянно ходить на работу, то здесь система позволит, ну, не ходить на работу постоянно, просто, ну, чем больше мы получаем, тем меньше мы платим. Это действительно удивительная вещь, и я искал такие варианты и нашел их на самом деле. И мне это очень нравится, и вот именно об этом я хочу вам рассказать, во-первых. Ну, а во-вторых, ну, все я расскажу завтра, да. И посмотрите, нет, все расскажу завтра. Смотрите, что нужно сделать прямо сейчас. Вот там вот под видео вы увидите ссылочку, я создал новый сайт. И вы можете записаться именно на этот вебинар, на котором я вот расскажу все. Он будет длиться, ну, там написано 90 минут, на самом деле, будет длиться столько, сколько надо. Я постараюсь объяснить все. И этот вебинар будет, ну, как раз посвящен, во-первых, источникам пассивного дохода, которые я получаю на фондовом рынке. Именно на фондовом рынке. Я расскажу, как я это делаю, и я расскажу, как это можете сделать вы именно на фондовом рынке. И это будет ну, серия вебинаров, потому что следующий вебинар будет посвящен немножечко другому, как уже делать бизнес на фондовом рынке. Ну, а дальше уже как делать бизнес, ну, вам поступит предложение уже о том, как делать бизнес уже в интернете и без вложений. Это будет очень интересно, но это будет серия вебинаров, их будет несколько. Ну, а сейчас запишитесь, пожалуйста, dimitkovyur.ru, не ком уже, а ру, и там через слэш идет мастер-класс. То есть это будет мастер-класс о том, как получать пассивный доход на фондовом рынке для начала. Ну, сейчас все. Я надеюсь, что я вас заинтриговал. Записывайтесь. До встречи завтра.